А накануне праздника Дня воспитателя и всех дошкольных работников воспитанники детского сада номер 15 и их родители дружно поздравили тех, кто ежедневно занимается воспитанием и обучением дошколят. Спасибо, Лунному создателю, что он придумал воспитателя. Нынче праздник на Руси воспитателей страны. Пусть мечты их воплотятся, наяву преобразятся. За труд всегда мы вам признательны и поздравляем вас с Днем воспитателя.